Итак, я произвел грабеж с другой стороны замка. Вот. Но, кстати, почему-то вот этот вот. Так. Блин. Все, взял. Сколько время? Время еще рано. Итак, что я хочу сказать. Я посмотрел предыдущее видео. Да, у себя-то я сделал осветление, но записываться почему-то по-другому. Поэтому, надеюсь, сейчас будет записываться в светлом. Давайте сохраню на всякий случай. Будет записываться в светлом ракурсе, и теперь вам тоже будет видно, потому что мне было видно. Там, думаю, ни хрена не видно, где ночью я лазю, где в темноте или по пещерам я лазю, вам не видно. Ну что ж, давай. Ой. Итак, блин. Ладно, идем. Что у нас? Сундук Аарона. Так, испытание на преданность. Это что? Диего послал меня в старую шахту. Там я должен найти человека по имени Ян. Так, взял. Так. Так, не заметил, что Ларс. Понятно. Нам осталось немного. Так, а что бы нам сделать? Так. Меч. Точно. Я не имею к этому ни. Где ты, козлина? Ты где-то здесь должен быть. Рудокоп. Почему-то быстро загрузка. Я у меня, не имею, блин, к этому никакого. Кнопки отношения. Надо поделать, знаешь, переделать. При себе. Людям не обязательно знать об этом. Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь изменить. Эй! Люди всегда болтают. А в этой истории... Эй! Да иди ты нахрен! Грязный вор! Ты быстро учишься! Я случайно! Грязный вор! Подожди. Сейчас я тебя проучу! Подождите. Я же не специально так! Подожди! Ну я не виноват, что этот дебил, блин, еще сам в сундуки чужие лезет! Нет. Да, люди, вот фиск. А это уже не моя. Ну что? Ну что? Выходи давай. Так, вот эти вот ряды, вот, которые у него все, я обокрал. По крайней мере, должен был обокрасть. И я вам скажу, они ни хрена не бедные. Ну, может быть. Так. Люди слишком много болтают. Ты должен следить за тем, что говоришь. Ну давай, выходи уже. Подожди, не стоит принимать поспешные решения. Пока меня не впутали. Спит. Ну я хотел. Ладно, сделаем потом попозже. Сейчас у нас... Я не хочу в это ввязываться. А что нам еще здесь делать-то надо? Ты не Блин. Должен верить. Быть всему. Может, ты и прав. Стой. Ты кто? Что с тебя так? Как у тебя дела? Все хорошо. Я за тебя. Так что можешь не волноваться по поводу Диего. Услуга за услугу, как всегда. Да, как всегда. Больше не хочу это слушать. Кстати, что хочу сказать. Здесь они очень упорные, блин. Если их обидеть, они, падла, за тобой бегут и преследуют тебя. Раньше такого не было, конечно, но... Я хочу сходить в новую шахту. Так, нам что надо сделать? Покормить одного, но это мы еще не взяли. Так. Меч. Надо где-то кузнечный молот. Кузнечный молот. У кузнеца бы и купить. Вот. Кузнечный молот у кузнеца купить.
Бжж, давай, летайте. Вон они. Так. Минутку. Вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда. Ага, хрен там, вот сюда, вот сюда. Так, еще и я их не вижу. Опа! Стой, 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 стой. Так. Сохраню-ка я. Иди сюда, пчел. Ох! Да тихо ты. Блин, из-за какой-то вонючей... Так, ну-ка, загрузить. Из-за какой-то вонючей мухи. Так. Один хрен. Ну и ладно. Я и без этого очень... О, ягодка, стой. Я и без этого очень крут. Так. Здесь мы у них обчистили. Правильно, правильно. Здесь мы... Блин, а что происходит-то? Стой. Падла, это какая-то хрень. Ох! Так. Ой-ой-ой-ой-ой. У меня где-то в настройках что-то сбилось. И сейчас я, блин, на кнопку давлю. И оно у меня перезагружено. Так, шнык еще там. Ладно. Ой, вот сюда немножко берем. Подальше я пчел оттуда. Хотя, по идее, можно и убежать. Шныгу навалять, что ли? Сейчас. С этого берега моря. Сейчас он... На! На. Чё, в воде ты не такой грозный? Плывём. Тихо, тихо. Всё, 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 всё. Выплыли. Блин, эти мухи вонючие. И там их три, и там их. Кстати, ну-ка. А, точно, если я стрельну, они же ко мне сейчас всей толпой своей двинутся. Хотел стрелять их. Надо потом. Как стану большим и важным. В свободную шахту надо сходить. Вот что я думаю. Так, тут никого нету. Мухи. Муха цикатуха. Надо, не-не-не-не. Сваливать надо. Подождите. Я к вам еще прибуду. Вот тут что-нибудь есть? Еще не хватало в лужу утонуть. Нет, тут ничего нет. А, точно, мне сейчас этого надо навалять по-любому. С водой, который. Только надо, чтобы он один был. Так. Сохраняемся.
все время одно и то же. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Эй ты! Я же сказал тебе, что ты должен разнести воду крестьянам! Нахрен мне тебе? Не нравится, когда кто-то не держит своего слова. Спокойно, спокойно. Ты... Раньше даже сам только попробуй сделать это еще раз. Вот прокачаю хотя бы владение оружием там на один. И я тебе жопу надеру. Я думал, это уже давно решенный вопрос. А, блин, потом надо от него подальше, потому что они вдвоем так-то нападают с этим, с лордом или кто он там, как он себя называет там, величает. Так, здесь с плотиной мы помогли. Блин. Опа. А по поводу травы. Надо взять траву у него. Не то, что сейчас. И у идола. Нельзя держать язык за зубами. Каган, идол Кагана у нас. А в этом что-то есть. Принятие в новый лагерь. Так. Карта для охотника. Нужна карта колонии. Если у меня будет достаточно руды, то я смогу купить ее в старом лагере. Если не будет, то я что-нибудь придумаю. Карта дороги к старой шахте слишком мала. А, так я еще и не все сделал. Я очки еще получил за эту карту. Я думал, я все сделал, ни хрена себе. Вот смотрите, еще дополнительные очки, оказывается, за ложную карту получил. Об этом слишком много болтают. Покажи мне свои товары. Покажи. Как пожелаю. Ага. Ладно. Да, дурное дело не хитрое. И почему нельзя держать язык за зубами? Так. Раньше все было намного. Об этом лучше. Слишком много болтаю. Сейчас мне уже надоело это. Алхимии мне надо обучиться еще. Я не причастен к этому делу. Все время одно и то же. Эй ты! Уйди в сторону. Что тебе здесь нужно? Об этом слишком много. Надо выждать время. Сгинь, здесь тебе не место. Подождите вы, подождите, я хочу увеличить свой. Нет. Конечно. Проваливай. Обмен. Я хочу. Сгинь, да, здесь тебе не место. Хитрый. Вот это надо все выучить. Проваливай. Конечно. Здесь нельзя говорить, что сгинь. Столько здесь... много всего. Уйди в сторону. Убирайся. Уйдите вы. Пошел отсюда. Ну-ка, рот закрой. Сгинь, здесь тебе. Такое со мной больше ты не хочешь случится. Сказать, пойдем, пойдем. Что эта проблема пошел давно уже решена. Вот он. Есть шанс. Теперь это у меня не есть повод убить тебя. Хрена. Блин, а почему? Так прежде, чем что-нибудь говорить. Теперь у меня есть повод убить тебя. Ух, как только блин, попробуй да. сделать это еще раз. Попробую, конечно. Конечно, буду пробовать. Теперь у меня есть повод убить тебя. Блин. Ой, так, ну-ка, давайте-ка. Теперь у меня есть повод убить тебя. Короче, мне надо это... Оружие поболее. Ну-ка, если так. Убери оружие. На... Ага. Такое со мной больше не случится. Давай. Надо выждать время. Может быть, это правда. Спешка не довезет. Здесь никому не... Блин, козел. Так он меня убивает. Глупость неизлечима. Я давно это знал. Все время одно и нужно знать. А, теперь у меня есть повод убить это тебя. Не так интересно. Раз, два, три. Блин, да как так-то мне угасить-то? Больше не хочу слушать. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Убери оружие. На этот раз тебе повезло, но я бы с удовольствием проучил тебя. Если меня побольше, я где-то наворовал. Так. Я могу вот этот топорчик взять.
Теперь это у меня не есть так повод убить тебя. Больше уже. Так, меняем топор. Где-то своровал его. Теперь у меня есть повод убить тебя. Исход боя уже и так понятен. Забираем все. Наверное, я не хочу слушать эту болтовню. Да, дурное дело не хитрое. Так. Неизлечимо, я давно это больше сохранить. Фух. Ну я же его не убил. Так интересно, в этом что-то есть. Только между нами. Давай. Неизлечимо, я давно это не хочу слушать эту болтовню. Вставай. Проблема, не мое дело. Я не имею отношения. Ты даже не успеешь пожалеть об этом как следует. Ты снова ищешь ссоры? Так, убирайся. Убирайся. Мы еще поговорим об этом. Уйди с дороги. Так. Вау. Смотрите, он из ниоткуда появился. Так ты говоришь... Вот этот вот. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Ты хочешь сказать? Наверное, ты прав. Ну давай, допей, что ты мне сделаешь? Тебе скажешь? Что-нибудь нужно? Шрайк нашел себе другой дом. Хорошо. Только что со мной говорил Тарлов. Он хочет сам переговорить с этим парнем. Так. Еще увидим. Нельзя верить всему, что слышишь. А теперь, подождите. У меня тогда то ли глюк был, то ли что, но вот этот наемник мне почему-то изучить что-то предлагал. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Почему нельзя держать язык за зубами? Не думаю, что здесь можно хоть что-нибудь... Вам, Лени, если ты хочешь присоединиться... Так, ну это мы знаем, это мы уже... Не думаю, что... не хотел бы я... А кто меня тут учить-то тогда хотел? Случиться. Какой-то глюк был. Не хочу слушать эту болтовню. Или кто-то отсюда там спускался. Вопрос. О! Только между нами, другим закончили не нужно разговор, видите? Глупость неизлечима, я договор начнулся. Я не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Так. Я хочу стать одним из вас. Ли не возьмет к себе неизвестно кого. Сначала ты должен показать, на что ты способен. А до этого тебе придется иметь дело с Ларсом и его шайкой. Если хочешь, послушайся моего совета. Укради что-нибудь ценное из старого лагеря или из старой шахты. Если воры из шайки Ларса поймут, что ты тоже против Гомеза, тебя легко примут в наш лагерь. А как мне украсть что-то ценное? Сначала постарайся войти к ним в доверие, а потом ты запросто сможешь их ограбить. Проблема не мое дело. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Почему все время одно и то же? Все, теперь можно идти туда. Блин, я надеюсь, запись-то идет. Это в хорошем качестве. Потому что я не хочу, чтобы опять там темно было. Так, ну-ка минутку. Так, ты меня сможешь обучить это чему-нибудь? Одноруть первый уровень, 30 руды, 10 очков, 30 руды, вообще ерунда. Я хочу улучшить технику ведения боя с одноручным мечом. Правильное решение, но прежде чем освоить технику боя, тебе нужно научиться правильно держать меч. Почти все новички привыкли держать оружие двумя руками. Это неправильно. Всегда держи меч одной рукой. Острием вверх. Он должен стать продолжением твоей руки, слиться с ее движением. Это позволит тебе атаковать намного быстрее. Если усвоишь все, что я тебе сказал, твои удары станут более изящными и быстрыми. И еще. Есть ряд более мощных ударов, но у новичка не так уж много шансов повторить их. Но, как говорится, тяжело в учении, зато легко в бою. Тренируйся, парень! Одноруть, так, второй уровень, пока не надо. Ну-ка, сколько по обучению-то? 20 очков обучения. Нет, пока не надо. Так, а у меня топор. Одноручная. Вот, нормально. Раньше. Потом пойдем этому водоносу. Хребет переломаю. Не то, что сейчас. Так. Так-то красивое место. Жить можно.
Домик мы себе... Так, домик мы себе прикупили уже, все. Ну как прикупили, отвоевали. Ой, я даже не помню, тут переходим, нет, в локацию-то в другую. Так. Минутку, подождите. Я не помню, как тут... Опа. На. Блин, а кражу-то как совершать во время разговора? Ой, помню первый раз, когда сюда в эти пещеры залазил, блин. Ни хрена не пройти и не протиснуться. Потому что эти кротокрысы гасят. Вау! Смотрите, ссора. Только почему-то один волк. Да стой! Блин. Сейчас, подожди. Тоже. Да стой! Проклятый зверь! Отдай мою добычу. Ё-моё. А, новенький. Смотри, не создавай нам проблем. Ведь мы спросим с тебя. Да без проблем. Так, я просто хотел, что здесь есть. Здесь нельзя говорить, что попало. Я хочу осмотреть шахту. Не думаю, что у тебя это получится. Но можешь поговорить об этом с Сокелом. Понятно. Я просто хотел посмотреть, что здесь есть. Только будь осторожен и постарайся ни с кем не ссориться. Да, пожалуй, я пойду. Пожалуй, я пойду. Надеюсь, ты понимаешь, как себя вести. Да, с этим проблем нет, только ты вот забрал мою добычу, вот, блин, я разочарован в тебе. И волк один всего был, хотя тут трое их, что ли, или четверо. Так... Кто здесь наверху есть? Так, сохранить. Смотрим, смотрим. Мне куда-то вообще, по идее, так-то. Опа. Эй, ты! В чем дело? Так. Давай. Привет! Смотри. Ты ходишь здесь, словно тебе нужно что-то найти. Ты так думаешь? Быть может, ты и прав. Отлично. Спроси меня, может, я и помогу тебе. Так, а чем ты можешь мне помочь? А чем ты сможешь мне помочь? Так что тебе нужно? Ну, мне пригодился бы хороший меч, доспех какой-нибудь более прочный или разрешение попасть в шахту. А что ты? Это же ерунда. Могу предложить кое-что получше. Думаю, у меня есть чем тебя удивить. Кстати, посмотрите, вот эти палицы. Я могу достать такое оружие, которым можно победить любого врага. За это ты окажешь мне маленькую услугу, и оружие будет у тебя в руках. Договорились? А что для этого нужно сделать? Это очень простая работа. Принеси мне 5 яблок, 2 бутылки рисового шнапса, 5 бутылок пива, 3 буханки хлеба, 2 куска сыра и 2 грозди винограда. Поверь мне, ты об этом не пожалеешь. Как я сказал, этим оружием можно победить любого врага. Ладно, я постараюсь все это найти. Отлично, только быстрее. Много, так что у меня может быть, и не забудь, мне нужно 5 яблок, 2 бутылки... Конечно. Помню. Ага, что-то не достал. Так. Виноград, скорее всего. Так. Надо будет потом на паузу поставить и посмотреть, что у меня есть, а чего нету. Я так думаю, винограда нет.
Его надо покупать, если я не ошибаюсь. Ну, предокоп. Эй, ты! Раньше я тебя не видел. Что ты здесь делаешь? Сейчас смотри. Мне уже надоело это слушать. Так, что у вас тут в шахтах? Кто ты такой? Я Окил. Я здесь главный. Я просто хочу немного оглядеться. Тогда следи за тем, чтобы не влипнуть в неприятности. Иначе ты окажешься в могиле раньше, чем успеешь пожалеть об этом. Так. Я хотел просто посмотреть, что там у вас в шахте. А, просто заглянуть в шахту. Похоже, ты совершенно ни в чем не разбираешься. Никто не может попасть в шахту без моего разрешения. Заруби это себе на носу. Тот, кто попадет в шахту без моего согласия, долго не проживет. А ты можешь разрешить мне пойти туда? А я даже не знаю, кто ты. Почему я должен давать тебе такое разрешение? И вообще, у меня много дел. Проваливай. Ну, ладно. Вот и правильно. Так, вот и правильно. Угу. О, Калиш, я думал, капец написано. Калиш. Так, ага, ты мне пока не нужен, видимо, ты потом. Мне нужен рудокоп, вот этот, наверное, рудокоп. Да, свиньи. Кто ты? Кто ты? Я лучший проходчик в этой проклятой колонии. Если бы не я, половина наших рудокопов давно бы валялась под завалами. Сами они не могут понять, где не стоит махать киркой. Я хочу стать рудокопом, таким как ты. Ты не шутишь? Не думай, что это прибыльное место. 3 порции риса в день, а все остальное нужно добывать самому. Ты вообще знаешь, почему мы здесь? Мы надеемся, что наша работа поможет нам освободиться из этого места. Всю добытую руду мы складываем в одном месте. Раз в месяц каждый из нас получает 50 кусков руды, чтобы отдохнуть как следует. Вот и я хочу. Это отдохнуть. Самое важное, что тебе следует знать. Ты хоть когда-нибудь брал в руки кирку? Да, в самом начале. Знаешь, а в этом что-то есть. Ну-ка, давай ответим мне. Нет. Посмотрим, что будет. Конечно, нет. Хорошо. Слушай, возьми эту рабочую одежду и надень ее прямо сейчас. Вот. Если ты этого не сделаешь, то любой камень сможет искалечить тебя. А это не понравится ни тебе, ни нам. Какая потом от тебя будет польза? Где-то неподалеку я видел одну старую кирку. Правда, ты с ней много не наработаешь. Ну что ж. Так. Вы уже много руды набрали? Маги говорят, что очень скоро ее будет достаточно. Ты сможешь сходить в новый лагерь и увидеть гору руды своими глазами. Так, давайте посмотрим, где у нас. А, кстати, знак отличия последователей спящего. Это я взял у Корголома. У него сундук-то, оказывается, не запирается. Хотя он мне сейчас-то зачем, он мне нужен. Вот она. Ой, я как-то по-другому одеваюсь даже. Это точно не моя проблема. Ни хрена себе. Со мной такого. Ладно. Случится. Так, здесь мне что-то надо, нет? Выяснили еще очень давно. Может, здесь мне я смогу так рудокоп, тут что-то главное есть, надо как-то обокрасть вас. Что ты здесь? Да, отойди. Пока меня не впутали. Так. Я просто хотел посмотреть лагерь. Это не место для прогулок. А вход в шахту посторонним сюда нельзя. Ну, я и не собирался. Я не причастен. Думаю, у меня есть более важные... Я тоже так думаю. Так, тоже так думаешь. В этом деле главный выход... Наемник, наемник. А потом видно... Все. Эти наемники сторожат не хотел бы рычаг, который открывает шахту. Все, мы здесь взяли задание. Блин. В этом деле главное выждать время. Я не хочу. А потом так, а где выход-то? Мне казалось, это что эта проблема давно уже проблема. Решена. Ой.
Подожди. Я не туда пошел, правильно? Вот так вот надо. Моя добыча, мои очки. Так, оружие. Так, так. 5 яблок, 2 бутылки рисового шнапса, 5 бутылок пива. Так, 5 яблок. Яблоки. Так, это что? Вино. Бонус к жизненной силе. Так. Сыр у меня есть. Он 72 аж целых. Рисовый шнапс есть. Пиво есть. 5 яблок. Так, 5 бутылок пива. Пиво есть. Так, 2. Так, 2 хлеба. Хлеб есть, куски сыр есть. 2 грозди винограда. Вот 2 грозди винограда. Вот что мне надо, скорее всего. Грозди винограда, скорее всего, нет у меня. Это что? Огненная ягода. Не, виноград. Вот винограда. 2 грозди винограда надо. Блин, в такую даль за виноградом до тебя пошел. Пипец, цени, идиотинушка. Кстати, мы и сейчас попробуем получить еще, как сказать, 5 силы бесплатно. К силе. Еще пятюню. На халяву. Получим. Ну, по крайней мере, попробуем получить, если мы не испортили до этого все. Нам ее даст один из работяг. Давай беги. Так, у меня что-то от оружия 5, да, вроде там. Мне уже надоело это слушать. Ой, загалдели. Кстати, тут можно еще взламывать код Марвин, прокачивать перса, его полностью ломать, там, как хотите, на свое усмотрение. Только я вот сейчас не знаю, есть оно такое или нет. В углу появляется надпись, что вокруг был использован чит. Слишком. Чужие проблемы не и он как-то по-другому уже, как сказать... Ну, на всю игру вроде как остается, что был использован чит. По крайней мере, во второй части, если не ошибаюсь, такое было. Было, да, во второй части. Так, а я зачем сюда иду? Мне сюда надо. Так. Так, я далеко пробежал. И ягу. Куда это ты собрался? Туда! А для тебя вход закрыт. Сюда могут приходить только в... И рудокопы. Я рудокоп. Я рудокоп. Одел. И сейчас я хочу выпить чего-нибудь покрепче. Да, ты похож на этих грязных оборванцев. Можешь пройти. Так, вот мы проходим. Ой, подожди. Угу. Так, какой у тебя слишком грустный вид? Какой-то у тебя слишком грустный вид. Какой проницательный. Мне срочно нужно избавиться от целой горы болотника. Ты продаешь товары из лагеря сектантов? Да. Так. Я могу помочь тебе продавать болотник, но тебе придется поделиться. Даже не думай меня обмануть. Я еще не слишком пьян, чтобы отдать весь мой болотник первому встречному. Ну не весь давай. Так. Ну, давай, я выпей. Тоже так думаю. Вот, выпей. Спасибо тебе. Я выпью за твое здоровье. Эй, шнапс отдал. Че, ничего ни другого не нашел, что ли, чего отдать? Так. Подумай. Я продам твой болотник, а прибыль мы поделим пополам. Нет, ни за что. Послушай меня. Идол Каган хочет найти себе другого помощника. Кажется, скоро тебе придется несладко. Что? О, великий спящий,
Как же мне избавиться от этой травы? Подумай. Я продам твой болотник, а прибыль мы поделим пополам. Вот. О, так, спящий. Правильно. Как же я замучился с этим болотником. Ты же не хочешь обвести меня вокруг пальца, да? Честное слово. Хорошо, вот тебе весь болотник. Сказку ты обещаю. Должен получить за него не меньше 400 кусков руды. Мы поделим их пополам. Как справишься со всем, приходи ко мне. Я все время буду здесь. Хорошо. Не знаешь, кто здесь может купить большую партию болотника? Если бы я знал, я бы и сам сходил к ним. Да, без этой проклятой травы я чувствую себя гораздо лучше. Так. Ну, это у нас есть, да, заказ на траву, и мы его еще... Так, подожди. Рудокоп. Синьян. Ты работаешь в свободной шахте? Верно. А как ты это узнал? Ну, Сейфер, Сайфер. Скажи мне что-нибудь. Как дела? Как всегда. Мешаем Гомезу жить. Три убитых стражника и несколько ценных вещей. За это стоит выпить. Так ты один из тех, кто постоянно совершает налеты на старый лагерь? Нет. Только когда может подвернуться стоящее дело. Что ты можешь... Может, лучше спросить так, что ты можешь предложить? Меня интересуют только крупные дела. Ой, крупный пока не нашелся. Я не могу. Так возвращайся, когда... Меня интересует вот этот человечек. Отвлекись. Блин, тебе препятствовать надо. Ну давай. Кого ты там? Эй! Убери оружие, если не хочешь проблем. Все, убрал. Убрал. Сейчас же убери оружие. Убрал. Эй! Блин, ты чё такой дебил-то? Как мне с тобой общаться-то? Полезли наверх. Сейчас грабить я буду. Так. Опаньки, да опаньки. Так. А чё у меня отмычки-то ломаются так легко? Бедно живешь. Вот, кстати, я уж не помню, кого гасили мы здесь. Ну, кто-то с мощным топором был. Залазили на этот шифонер и оттуда из лука его долбили. И так вот выигрывали. Так. Как ты смеешь со мной не разговаривать? Блин, мне ночью прийти, что ли, к тебе? Когда ты спишь или что? Вот это вот, блин, глюк в игре. Это, кстати, горгалом тоже так же, его выбивать надо было из своей среды.
Нужен. Ты думаешь, что можешь... Блин, так, ты сразу очнулся, да? Ой, я ж не помню, я... Ну-ка, если ты еще раз так пойдешь... Так, все, загружаемся. Если ты так пойдешь, то мне очень даже нужен будешь. Давай. Я с тобой разговариваю. Вот. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я готовлю шнапс из риса. Вот. Возьми бутылку. Только не говори об этом Силосу. Спасибо. И как идет приготовление? Я не успеваю готовить столько шнапса, сколько пьют все эти типы. А пьют они очень много, поверь мне. Но это и хорошо. Пока я здесь работаю, прислужники лорда мне не мешают. Как идет приготовление? И как идет приготовление? Я не успеваю готовить столько шнапс, но это и хорошо. Так, ладно. Что ты знаешь о лорде? А, он самый гнусный тип из всех, кого я знаю. Его приспешники выискивают самых слабых и заставляют их работать на рисовых полях. Единственный, кто мог бы справиться с ним, это Горацио. Но он давно отказался от насилия. Я слышал, как он говорил, что мог бы с удовольствием избавиться от лорда. Но он этого никогда не сделает. Это против его убеждений. Так. И вот Горацио, который нам... Так, а может у тебя виноград есть? Как живешь? Здорово. Мы продаем здесь рисовый шнапс и получаем взамен руду. Это прибыльное дело. Да и на что здесь еще тратить руду, кроме выпивки? Ой, да много на чего. Я хочу выпить. Заплати. Так, подождите. Я вот это возьму. Виноград, так. Ну, вино, пару бутылок. Рисовый шнапс, не знаю. Бутылочку. Это что такое? Чистый спирт. А замена тебе дам. Вот. Ух ты, у меня какая штука есть, я уж не помню. А, с этого подобрал же. Кирка. Старый меч вот дам тебе. Старый топор могу дать. Один из мечей. Так, а где мои деньги-то? Так. Блин. Флаконы. Флаконы мне пригодятся. Так, вот. Клыки. Стой. Вот так. Подтвердить. Все, вперед за виноградом. Только мы сейчас должны так-то еще люлей одному навешать. Ой, боюсь, голова как бы не закончилась. Крестьянин. Так. Ярвис. Так. Сохраняемся. Эй, ты! Мне не нравится. Помню. Отлично! Только попробуй сделать это еще. Сейчас попробую. Еще, конечно. Чужие проблемы. Уж лучше не я посмотрю дело. Со стороны. Эй, ты! Я...
Сложная драка. Чё ты прыгнул-то? На как, за каким? Ой, Валера. Как мне с тобой разговаривать? И почему нельзя держать язык за зубами? Эй, ты! Я же сказал тебе, что ты должен... Мне не нрав... Жалкое зрелище! Да его же малейший ветерок свалить да. сможет! Вот так. Ты не нападешь? Это потом. Вставай, давай, неудачник. Так, а я давайте оружие проверю. Ты даже не успеешь пожалеть об этом как следует. Ну-ка. Ты давай. Уже показал, на что способен. Ты победил меня. Теперь все позади. Как дела, друг мой? О, ну что тебе от меня нужно? Еще вот так, у меня был плохой день, я просто хочу отдохнуть. Мне давай. Кажется... Я постараюсь что-нибудь придумать, не волнуйся. Постараюсь. Так, это кто? Он получил по заслугам. Я не имею отношения к этому делу. А что ты мне, кто он такой? Уж лучше вот? Я посмотрю со стороны. Я принес тебе воды, ага, сейчас. Хватит. Так. Все время одно и то же. Где ты? О. Здесь никому надо нельзя доверять. Нет. Сохраняем. Сейчас, если правильно ответим. Я уже много. И? Придумал что-нибудь получше? Да. Здесь хоть что-нибудь изменится. Да. Я просто обязан избавиться от лорда и его головорезов. Ха. Ты будешь далеко не первым из тех, кто пытался сделать это. Я избавлюсь от лорда и его головореза. Конечно, не без твоей помощи. Ладно. Я дал клятву, что больше никогда не буду бить человека. Но это не значит, что я не могу другого научить этому. Слушаю тебя. Если хочешь иметь сильный удар, ты должен знать основные принципы, как это делается. Это первое, что должен знать кузнец. Старайся наносить удар всей рукой, от плеча до запястья. Чем лучше у тебя это получится, тем сильнее удар. Я думаю, научиться этому тебе будет не так уж сложно. Спасибо, что помог. Спасибо, что помог. Используй свою силу только в крайних случаях. И никак больше. Ну, это естественно. Хороший бой. Учеба пошла тебе на пользу. Конечно, я без тебя справился. Блин. А, кстати, у меня, смотрите, от жизни-то ни хрена. Я только сейчас заметил, ни хрена не осталось. Больше не хочу. Ой, ё-моё. Так, выселишь. Всему, что слышишь. Мы могли бы сработаться. Ты можешь что-то предложить? Уже тогда было ясно, что а этим что у тебя дело есть? Не кончится. Кольцо. Кольцо жизненной силы. Не думаю, что всё здесь что-либо изменится. Время одно и то же. Эй, ты! Сгиб! Убирайся! Даже пошел отсюда! На этот раз тебе повезло, но я бы с удовольствием проучил тебя. Все, проучил бы меня. Кишка слаба, тонка. Так, ладно. Не будем много булькать, вот посюда пойдем. Главное, вниз не сразу, то плыть придется. А я хочу научиться добывать слюну на халяву. Для корголома. Кстати, вот эти жуки, вот эти помухи, чем удобны, когда в них превращаешься. Да, слитки такие есть. То, что по воде тоже они. Так. Себе. Вот и поговорили. Вот вам и здрасте. Правда, куда я тоже с такой-то рыпаюсь? Будем
потом будем в форме, атакуем. Так, нам сейчас в пещеру-то пойти не надо. Смысл туда? Вот, по крайней мере, на данный момент у вас. Нам надо выучиться добывать только слюну. Пока только за этим. Больше не случится. Вот они. Давай лучше о другом. На халяву добывать. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Привет! Куда вы идете? Мы несем Корголому слюну ползунов, убитых нашими братьями в старой шахте. Раз в день мы приходим к ним и забираем их добычу. О какой слюне ты говоришь? Ее производят особые железы в пасти ползунов. Но чтобы ее добыть, нужно знать несколько особых приемов. Так, ты можешь мне рассказать, как добывать слюну? Ты можешь рассказать мне, как добывать слюну? На халяву. Конечно. Убив ползуна, ухватись покрепче за клыки и дергай их на себя. Так ты вырвешь челюсти вместе с железами, которые при этом останутся целыми. Так. А зачем Корголому нужна эта слюна? Насколько я знаю, он готовит из нее зелья, повышающие магическую силу наших послушников. Мы ведь готовимся к великой церемонии. И к тому времени у нас должно быть столько зелья, чтобы его хватило на всех. С его помощью Корголом сможет подготовить всех послушников к этому великому дню. У вас уже достаточно зелья для великой церемонии? Да ни хрена у них недостаточно. Нет. Нам нужно еще очень много слюны. Нашим стражам приходится охотиться на ползунов в старой шахте и днем, и ночью. Так, а еще мне надо... Так. Блин, ну вниз давай. А еще с них можно панцири снимать, потом доспехи мне сделать. Только кто сделает? Волк, если не ошибаюсь. Давай лучше. Так ты говоришь... Кто-то, в общем, в новом лагере умеет делать из них доспехи. Ой. Так. Где-то тут мухи были. Ты почему не бежишь? Я не знаю. Какой-то непродуманный ты персонаж. Вроде как все сделали, чтобы на десятки шел, но тебе добавили каких-то опций. И теперь работаешь 50 на 50. Как калека какой-то, перехожий. Грибочки. Так, а с вас еще жало как-то выдергивает, надо научиться. Ну давай. Вау, с первого удара. Так у меня все шансы есть. Так, давайте. И ты давай. Ага, хрен там, ага, вот, вот тебе и ты давай. Дал. Давай. А ты как, я не знаю. Что за муха-то последняя какая-то боевая? Почему все время последние такие боевые? Блин. Не могу же быть я настолько неудачный. Вот так. Давай, собирай все. Тут от мухи крылышки оторви еще. Птицы. А, птицы точно. Я же у динозавров там еще не был. Так. Вон динозавры. Ну, нам туда пока, говорю же, нам пока туда еще рано идти. Так. Здесь мы все. Так, подождите. Я сохраняюсь, я почаще, потому что не хочу где-то упасть. Я же не бессмертный. И потом все заново так проходить. Ну-ка, давайте посмотрим. Ой, подожди.
Вроде раньше сот вот этих не было. Сейчас эти соты есть. Динозавры это, кстати, еще та хрень. Они и без этого так-то мощные. Тихо. Да, блин. Я хотел на пенек залезть и оттуда отстреливаться. Нет, здесь ты меня достанешь. Эй! Блин! Ну смотрите, я его догашу, раньше бы я хрен бы его так загасил бы так. А сейчас смотрите. Вполне даже. Кстати, заметьте, они с большого расстояния он бежит. Идет, идет, давай. На. Так. Это очень даже хорошо. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, блин. Стоять. Размечтались. Ну-ка вот на пенек. Ага. Вот ничего себе. Ладно, подожди, 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 загрузить. Нет. Блин. Ну давай с топором. Это я только на первый, на один раз прокачал. Если на два прокачаю, так вообще. Я из-за принципа тебя теперь хочу загасить, потому что ибо. Так. Достал все-таки. А, беги! Блин, сам убился. Без помощи. Блин, так, подожди. Надо проверить еще раз, как он машет оружием. Влево. Влево, вправо, влево, вправо. Ну-ка, два раза вправо. Нет. Два раза влево. Нет. Только вправо, влево. Вправо. Так. Влево, вправо, прямо. Вот так.
Влево, вправо, прямо. Вот так. Так получится. Должно получиться. Блин. Получится, больше махал. Больше махал. Нет, я тебя все-таки... Я же правильно машу оружием-то. Не надо мне. Блин, почти загасил. По круговой просто идешь. Да ешь твою мать-то. Что, тебя оставить на потом, что ли? Крадется еще. Блин, он еще назад. А если блок поставить? Не, мне кажется, блок сожрет нахрен вместе с блоком тебя. Ладно. Попозже к тебе в сторону-то зайду. Тут вот еще есть. И в основном вот всех на пенек выманивает. Вот на этот. Ну как мы убедились, на этом пеньке тебя может и не спасти. На. Блин, вот видите, не спасает. Ну ладно. Сейчас еще разок попробуем. На пеньке. Надо там владение луком прокачать, что ли. Может, урон появится там дополнительный. Потому что, если я не ошибаюсь, ловкость качаешь, и почему-то лук качается. Там написано даже было. Луком владеете более успешнее, или как-то там. Так. Сохранить. И на. И на. 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 Ни хрена вы, блин. Все, теперь я вас какой-нибудь магией потом травить буду. А у меня магии-то и боевой нету, я бы давно бы использовал бы ее. Ну ладно. Вот я люблю магами играть. Так, ой. Подожди, подожди, подожди. Так, логово волков. А где я на вас наткнулся-то? Ну-ка подскажите-ка вы. Вон там, да? Ага. Все понятно с вами. Волчары. Стой, назад. Это что за оно? Вот тебе раз, если я смог, и они смогут. Ну, задумка была неплохая первоначально. Так. На. На. Где ты там? Так. Следующий. Пойдем сюда. Блин. Как ты, блин, вот тут, блин, еще с прыжка, да? Да подожди ты. Это я упал.
Случайно упал, сразу говорю. Вот так. Все, надеюсь. И что у вас здесь имеется? Ничего. Кстати, я помню, кротокрысам еле попадал, блин, внимание приходилось. Сейчас, вон, смотрите, волчару. Спокойненько, опа. И все. И топориком. Кстати, вот здесь травка где-то должна быть. Я ее не собрал, вот она. Травочку берем. И нужна карта, сейчас ее туда доставим. Хочу на охранника проверить. Кстати, тоже. Сколько отнимаю? Ну давай, давай. А в этом что-то есть. Так. Не хотел бы я попасть в подобную отдать переделку. Карту. Я справился с твоим заданием. Возьми, ты заслужил их. Так. Все, 4 волчьи шкуры получено. Больше не хочу слушать эту болтовню. Нет. Сколько я интересно знать? Сохрани это в тайне. Получу. Людям лучше этого не знать. Блин, вообще шел за виноградной гроздью. Так, давайте я сохранюсь. Сейчас проверим по-быстрому, сколько я там могу отнять. И пойдем за виноградной гроздью. Будем виноград скупать. Давай, давай. Ой-ой-ой. Вот вроде вот не зависаешь. Прыгнул и не зависаешь. А то прыгнешь и все, и завис, тормозишь. Чудило. Блин, там вот в шахту, кстати, я... Там вот как она, шахта-то работает? Вроде не должна была работать-то. Ладно. Давай. Так. Получится хорошая битва. Сейчас я надаю тебе по шее. Ладно, мы туда не пойдем. По крайней мере, сейчас. Все-таки мы пойдем за виноградом. Время, а потом видно будет. Вот как основывается первая глава, я сейчас не могу вспомнить. Ой-ой-ой-ой. Какое мое... На. Вот и все. Больше пищали. Если я в лагерь поступлю, то будет засчитано, что глава пройдена первая? Вот это вопрос вопросов, так. Так, шнык, не забывай. Я про тебя не забыл, ты здесь в пещере находишься. Но это потом. Так, блин, с такими жизнями хожу здесь. Такое со мной больше не случится. Надо еще ползунов подбить. Побить. Другим не обязательно знать. Так, мне надо. Как можно не понимать этого? Держать язык за зубами. В основном там. Наверное, ты прав. Здесь никому нельзя. Давай, давай. Давай. Вокруг здесь слишком много. В этом деле главное выждать. Так. Рудоков. А, мне же еще меч надо, да. Вот это можно купить. А, вот ты где. Да подожди, стой. Так. Ну-ка, я с другой стороны сейчас обойду. Как можно не понимать этого? Здесь никому не нужно. Ни хрена себе. Каждый я может обмануть. Ты меня еще в воровстве обвиняешь. Блин.
Вот с тобой я не хотел вообще общаться. Так, порцию давай, жратвы. Ты говорил? Да, так и есть. Чужие проблемы. Все, халява получена. Так, кузнечный молот, что ли, мне взять еще? Я думал, это уже давно решенный вопрос. Вот с этими побиться можно. Только между нами, другим не нужно. Давай. Хуже все то, что... Быстрее, быстрее двигай. Хуже все то, что... Шакал. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Стой. Было ясно, что этим дело не кончится. У тебя что-то есть? Не хотел бы оказаться... Нет. Никому не доверяй. Здесь кругом предатели. Вот сюда идем. Так. Рудокоп. Ну-ка, давай. Кто-то не разговаривает. Декстер, покажи мне свой покажи товар. У меня все сам. Не надо. Основы алхимии. Давай, возьму. Так. Где ты? Шкуры вот на. Клыки на. Когти на. Я сейчас все тебе эту хрень отдам. Так. Сера. Ну пока не надо. Так, что еще есть? Опти шныга с плотины. А где у меня это? Руда там у меня должна же быть. А вот же есть дальше, ну. Шкура мракориса мы это пока оставим. Так. И 5. Подтвердить. Так, рецепт, который... Ага. Рецепты там у меня еще. Так, алхимия. Так, мне нужен кое-какой доспех. Так, мне нужен меч. Мне нужен меч. Но не такой, как у всех. Необычный меч. У меня как раз есть один такой. Он тебе понравится. Тот призрак, который хотел его купить, больше за ним не придет. Ну, он мне... стоит 110 кусков. Хочешь посмотреть? Да. Хорошо. Я покупаю его. Договорились. 10 кусков руды — это ничего. Мне нужен какой-нибудь доспех. Ну, думаю, я смогу подобрать что-нибудь. Так, штаны рудокопа. Ну, у меня есть штаны рудокопа. Иди ты нахуй. Вот обмен. Покажи. Так. Уже тогда было а тебе ясно, отдал. Этим дело не кончится. Больше этого не случится. Так, а что тебе отдать-то? Ох ты шныга. И почему нельзя держать язык за зубами? И отдам я тебе еще. Люди могу отдать. Я не хочу в этом ввязываться. Наверное, ты прав. Я сейчас все равно буду обворовывать вас вскоре, поэтому. Если ты думаешь. Так, сейчас мне надо. Кого еще что можно взять? У повара обмена нет. Рудокопов. Давай, где обмены есть? Хуже все то, что... Покажи
смысле этого может... Так, базар может какой-нибудь есть? Стой, стой, стой. Так, ваши дома я еще не обворовывал. Ты кто? Ну как дела? Ты... С тобой. Призрак, рудокоп. Рудокоп. Понесли меч. Все время одно и то же. В следующий раз тебе не уйти. С тобой поговорю. Когда ты спать будешь? Надо выждать время. Спать будешь, и я к тебе приду, разбужу тебя. Отдам тебе твой меч. Сейчас этот опять развоняется. Эй, по... Ну и что? И как только... Обычно я постараюсь... Я только попробуй его. Сделать а? Это меч еще раз. Ждем. Так, подождите. Ну-ка. Эй, подожди! Ну и что? И как только... Обычно я постараюсь напомнить... А, хватит о, с него! Драка! Что с тебя взять? Орёх. Так. Эй, ты! Ты отказался платить Бладвину за защиту, да? Да. Ну и что? Я подумал, что лучше предупредить тебя. Он нанял местных головорезов, чтобы отомстить тебе. Ну, я слышал его разговор с Хериком. Может быть, он нанял и кого-нибудь еще. Твое предупреждение о Херике немного запоздало. Возможно, он подговорил сразу нескольких человек. Будь осторожен. Так. Почему ты рассказал мне о Бладвине? Потому что просто так ничего не бывает. Мне показалось, что тебе не нужно будет это объяснять. А так как я помог тебе... Я дам тебе возможность помочь мне. И что же ты хочешь? И что же ты от меня хочешь? У меня совсем не осталось руды. Бладвин забрал у меня все, до последнего кусочка. Ему все равно не хватило. Я должен ему 10 кусков. Ты можешь отдать ему руду и сказать, что она от меня. Да, я посмотрю, что тут можно если сделать. Если то да. Спасибо. Ты спасаешь меня. Скажешь, когда эта проблема будет решена. Хорошо? Так. Теперь давайте сохраним и посмотрим. Бладвина мы и так найдем. Сколько можно повторять, мой дом? У тебя какие-то проблемы? Оставь меня в покое. Все началось с того, все советы... Но не... Там а когда... И... Пред... Так, а теперь... Все... Так, вот Бладвин. Давай, козлина. Так. Джесс просил меня заплатить за него 10 кусков руды. Ты бы лучше сначала за себя заплатил. Забудь об этом Джесси. Он же конченый человек, неудачник. Нет! Я все же заплачу за него. Вот тебе 10 кусков и оставь его в покое. Как хочешь. Дело твое. Так, а теперь... До встречи. Будь осторожен. Давай посмотрим, что ты мне дашь. Я отдал руду Бладвину. Да? Отлично. Теперь мы врач... Что? И ради этого вот я заплатил 10 кусков? Кажется, да. Ладно, хрен с тобой. За 25, ладно, мне надо искать торгашей. Рудокоп. Как у тебя дела? Как? Да, как всегда. Это мы знаем, что виноград
у картежника, кстати, карту что ли приобрести. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Так. Только между нами. Нужно думать, рассказывать, прежде чем что-нибудь говорить. Я. Карта колонии. Давай, карту колонии. Хотя нет. Подожди. Больше не хочу слушать эту болтовню, прежде чем что-нибудь говорить. Ой-ой-ёшеньки, ё-ё. Да, это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь другом. Чужие проблемы не мое дело. Так. И почему нельзя... Я думал, это уже давно решено. Может, ребята, у вас что есть на продажу? Марус. Уже тогда было ясно, что... Даст. Блин. Хрен от вас что допросишься. Повар. У тебя есть что? Продаешь? Так. А по времени? И сильнее! И это все? Да! Отлично! Сладко. Сейчас мы посмотрим, кто кого. Да! Так его! Отлично! Хорошо! Так. Давайте посмотрим. О, отличный удар! Больше не суть, я хочу сделать... Но не более одной... Сейчас мы посмотрим. Ох! Больше не суть, выгнись сюда. Драка! Ладно. Так, а теперь посмотрим. Давай. Прикончи его. Прикончи его. Отличный удар! А что, они сцепились-то как-то неправильно? И осторожно! Кончи его! О! Драка! Давай, а его! Защищайся, идиот! О! Драка! Отличный удар! Так его! Прикончи так его! Так его! Отличный удар! Подождите! Это не так делается. Хорошо. Осторожно! Давай, защищайся! Сначала надо открыть. Осторожно! Как тебе больно! Это? Больно! Сейчас мы посмотрим. Давайте откроем для начала. Как-то вы... Осторожно! Неправильно первоначально. Отличный удар! Больше не суй свой нос сюда. Просыпайся, капуша! Осторожно! Как тебе это? О! Ты сильнее! Вот так. О! Драка! Так. Сохраняем. Отличный удар! Бей сильнее! Да, так его! Давай, защищайся! Осторожно! Так, я хочу сделать... Я хочу! Ставим на Кирга, по сути. Да! Да! Отлично! Осторожно! Отличный удар! Отличный удар! Так его! Отличный удар! Осторожно! Хорошо. Бей сильнее. Ох. Просыпайся. Давай, капуш. Защищайся. Да. Отличный удар. Осторожно. Драка. Просыпайся, капуша. Так его. Никакой осторожно. Пощады. Отличный удар. Я что-то не понял, кто против кого здесь первоначально. Как тебе это? Давай. Так, давайте вот так вот. Мы не будем делать ставку. Без ставок нам тоже хорошо.
Драка! Будем искать, этот где бы... Осторожно! Драка! Можно. Осторожно! Сейчас мы посмотрим, кто кого. Я уже решил, какому лагерю... Нет! Все лагеря разные. Пока ты не решил, в каком лагере останешься, ты можешь быть сильнее. Каковы преимущества? И сильнее. Короче, ничего хорошего. Мне уже сказали. Удачи в том, что я могу не поселиться. Так его! Осторожно! Так. Быть может, ты и прав. Не так. Думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Я думал об этом уже все давно молоток. Знаю. Молоток. И почему нельзя держать вот язык за зубами? Вот он, кузнечный молот. Подожди, я дам. Не стоит принимать поспешные решения. Глупость неизлечимая, я давно это знал. Отличный удар. Уислера. Подожди, осторожно. Не стоит принимать поспешные так, решения. Тебе я знаешь, что дам? Уж лучше я посмотрю со стороны. Не думаю, что здесь можно хоть да, что-нибудь изменить. Отлично. И почему нельзя держать язык за зубами? Где ты? Наверное, ты прав. Я думал об этом уже все давно знают. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Хватит болтать. Ой. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Слишком. Осторожно! Где? Раз, два, три, такое со мной четыре. Больше не случится. Осторожно! Подтвердись. Быть может, ты и прав. Бей сильнее. Да, наковальня занята. И время одно и то же. Так. Время. Хватит болтать. До полуночи надо поспать. Потом идти будить этого козла. Так, ну мне вот это хорошо пещера видна, я не знаю, видна ли вам хорошо она так. И спать до полуночи. Вставай. Ползи. Вот сюда. Шакал-то тоже парень такой. Вот, кстати, по-моему, у шакала хороший арбалет, который мы при помощи читерства тогда выбивали. Так, сохранить. А, вот ты где. Я чё? Ни хрена себе. Надо за определенный срок ему, видимо. А, вот ты где. Эй! Что это было? Подожди, ну-ка. А почему вы на меня? Че, мне тебя вывести надо за ворота? Ну пойдем за ворота, подойдем. А, вот. Подождите. И почему такой неповоротливый-то? Тебе бежать надо, ты стоишь и на него смотришь. Что случилось? Да беги! Блин, подожди.
Что случилось? Так. Так, ну я же тебя не убил, давай вставай. Лучше бы ты этого не делал. Ты все еще хочешь потягаться? Ну-ка, где ты, продавец болотника, так? Проваленные задания нет. Так. Так, письмо из внешнего мира, так. Оружие, продавец болотника. Рецепт из секты. Что-то ни хрена не понимаю. Блин. Так, ладно. Я тебя просто тогда сейчас убегу. Что случилось? Да что ты к нему привязался-то? Ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Так, виноград мы так и не нашли. Может, в новом лагере где-то есть виноград. Ладно, пойдем в новый лагерь. Что, зря, блин, вот зря мы только что сюда шли. Хотя, подожди, какой зря-то? Время же полуночь. Есть же это. Обворовывать можно. Так, здесь-то у меня все обворовано. Опа! Давай, давай. Так. Вот эти дома мы не трогаем. Так, 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 так. Забираем. Проходим. Так. Забрали. Что-то как-то вы бедно живете. До этого ни хрена там. По 50, по 70. Где-то по 100 было. А тут что-то... Ну, что-то самый бедный рудокоп здесь. Среди рудокопов. Забираем. Что лучше, шкура такая. Как у правильных людей прямо-таки. Ну, здесь один сундучок. Давай. Ну вот видите, уже побольше. Только вы, правда, тоже злые какие-то. В тех, кто аж до последнего было, там можно ходить.
А тут только зашел первый раз. Пару секунд не вышел. Все. Виновен. Забираем. Уходим. Зачем ты меня поднял? Ой, да иди ты нахрен. Кого там поднял-то? Заходим. Сундучок, сундучок. Так что заметьте, у меча, ой, у меча, ну да, меч, не мяч, а меч, есть свой срок. Я так думаю, у травы тоже свой срок есть. Да. Это он якобы спит, кстати, сидя так вот. Так. И раз, и два, и три. Столько барахла, блин. Где виноград? Виноград, виноград. Что это было? Где? Ты с кем разговариваешь? Никого. А, тут этот же был. Я же его увел в этот. К сектантам. Все, теперь вот еще один дом свободен. Специально для меня. То есть здесь два даже спит. Так. Забираем. Первый идол, второй идол. Все, из дома вышли. Берем. Шпака не брал. Потихонечку отсюда сваливаем. Варюга. Ну что такое? Зачем ты меня разбудил? Кстати, мне надо свиток забвения, тогда я ему смогу вернуть меч еще. Хотя, я думаю, задание, наверное, провалено, но у меня даже исчезло. Так. Ну, все налево. Давай. Уходи потихонечку. Так, тебя мы не убили, нет? Нет, не убили. Вообще тут какой-то хорек был. Ой-ой-ой. Две отмычки на тебе сломал. Давай. Заходит. Дом без сундука. Эй, ты... Что еще тебе? У тебя есть возможность до... Всего-то 10 кусков... Да какой? Я же сказал тебе нет. До встречи. Будь осторожен.
Так. Еще бы. Так. А, продажа. Так, оружие Балда, сундук. Арон, испытание на преданность, принятие, вновь принятие. Так, рецепты из секты. Принятие в старый лагерь, письмо из внешнего мира. Выполненные задания, проваленные задания. Общая информация. Понятно. Так, идите вы-ка нахрен. Я сейчас сам пойду. Так, а куда мне идти-то? Кто-то же должен быть этот виноград. Итак, сваливаем тогда отсюда. Интересно, за осами мы будем охотиться? Хотя можно за осами поохотиться, так, только надо взять и поменьше. Или отхреначить. А, шнык. Минутку. И... Давай, плыви. По любому опыту рады будем. Так. Сохраняем. Вот так. Все. Выплыли. Поплыли. На этих шмигов. Так, надо как-нибудь потом по максимуму здесь всех перебить перед тем, как в другую главу перейти. Ну, для начала, блин, я так стражников бы вот этих перебил бы. Только они вдвоем уже набросятся. Теперь у меня есть повод убить тебя. Только попробуй сделать это еще раз. Ну, конечно, попробую. Прямо сейчас вот и попробую. Вот сбоку обойду вот так вот. Теперь у меня есть повод убить тебя. Ага, блин, так. Не надо подходить так близко-то к нему. Вот. Вот сюда. Убери оружие. Теперь у меня есть повод убить тебя. Только попробуй сделать это еще раз. Потом я сделаю. Я уже знаю, что я могу вас захреначить. Мне этого пока хватит. Так, вот, пчелы. А что я сохраняюсь-то, блин? Еще ничего не сделал, а уже. Давайте. Ой. Come on. Так. Следующий. Жужи сюда. Последняя всегда такая матерая пчела остается. Давай, иди сюда. Вот так. Ага, не получилось. Все, матерую пчелу убили. Ой, у меня еще там есть пчела. Или я их тоже убил. Там тоже убил. Динозавр есть. Один. Вот это я помню. Вот, кстати, когда долго прыгаешь, куда-то резкость уходит. Кстати, я сейчас ночью бегаю, я не знаю, вам видно, нет? 3 часа ночи. Мне вот хорошо видно.
Вот ягодка какая-то, цветочек. И вам тоже должно быть видно, я просто уверен в этом. Вот как так-то, чтобы вам да не видно? Вот так. Что у вас здесь? Что вы тут охраняете такое? Ни хрена не охраняете, блин. Ладно. Стой. Спать надо, да? Спать надо, идти ложиться. Ночью, блин, все. Подождите, у меня же есть кузнечный молот. Я хотел же это оружие себе сделать, выковать, посмотреть, сколько потянет. Ну ладно, бог с ним. Посмотрим другое. И оп. Во-во-во-во, вот они. Летающие мухи. Давайте по одной. Иди сюда. Так. Еще две. Так. Все. Ух. Это нормально так. С ними закончил. Так, надо лежанку найти быстренько. До утра проспаться. Блин, все-таки упал. Блин. Кстати, по течению так, если плывешь, вроде как и безопасно даже. Если, правда, за тобой вяжутся, то они с тобой поплывут. Ой, я помню, всех здесь перебивал. Переубивал. Так что... И... Я смогу... Так, надо наверх, у него там сундучок. Дед. Вау. Ключ. А, здесь нет сундука, да? Ладно. Мы тогда просто спустимся. Сохранимся. Пойдем искать. Сундучок. Где сундук? Здесь тебя нету. Блин. Надеюсь, ты богатенький, Буратино. Ну, 130 имею. Все. Честь имею. Я сваливаю. Да, оттуда, откуда пришел. Только потихонечку, потихонечку. Спешка не нужна, а то, блин, сейчас погонится за мной. Сколько там? Да побыстрее уж надо. До ближайших. Я дождь отключал, кстати. И дождь, и туман отключал. Погоду. Потому что уж слишком мрачно, и по видео ничего не видно, когда записывает. Ну давайте. Еще немножко. Раньше даже сражались лучше, чем сейчас.
Привет. Приятно видеть здесь новый. Вижу, ты уже давно. Ты совершенно прав, приятель. Я попал. Тогда ты наверняка все знаешь об этом месте. Ну как сказать? Я почти все время провожу здесь. Вот поэтому я прожил так долго. Мы получаем немного. Это немного хватает. Как ты сюда попал? Это все налоги, королевские налоги. Мой карман был так же пуст, как мой желудок. Я больше не мог платить. А потому за мной пришли солдаты и привезли меня сюда. Но здесь не хуже, чем на воле. По крайней мере, здесь я не умру от... Много лет я исправно платил налоги. Но этому толстому Борову, сидящему на троне, этого было мало. Ну это мы знаем. Ох, ты мне сейчас вот бесполезен. Ну зачем? Что такое? Зачем? Ну зачем ты разбудил меня? Все. Ну зачем ты разбудил меня? Все. Вас никого нету. Кстати, так и спасаться можно, лишь бы только уснуть пораньше. Крестьянин, крестьянин. Давайте. Арбайт, шнелле. А я пока вот сюда. Так, минутку. А, здесь я был, здесь этого нету винограда. Кто тут еще у нас может что продавать? Так, мне еще с травой надо разобраться, мне траву надо. Опа, отдать. Здесь никому нельзя. Кому отдать, я уж не помню. Много предателей, слишком. Глупость неизлечима. Я давно это знал. Почему нельзя держать? Ты, по идее, должен торговать с ним. Давай, Ларс. Не самое лучшее решение. Я думал, это уже давно решенный вопрос. Так, я принес список Диего. А, передал список Диего. Я передал список Диего. Хорошо. Я как раз направил своих людей к старой шахте. Стражники Торуса должны сейчас лежать себе спокойно в лесу. Я не буду вмешиваться. У меня есть 400 кусков руды. Глупость неизлечима. Я давно это знал. А зачем? Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Наверное, ты прав. Так груз из старого лагеря уже захвачен? А как же моя доля? Нужно... Иди к Горну. Он отдаст тебе твою долю. Хорошо. Я знаю Горна. Он один из наемников, которые охраняют магов. Да, так и есть. Так он тоже в этом участвовал? Ты слишком любопытен. Тебе это знать не положено. Просто иди к нему и возьми свою долю. Так, ладно. У меня есть 400 кусков руды. Зачем? Чтобы ты меня принял. Я давно это знал. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Чужие проблемы... У меня есть 400 кусков руды. Отлично. Конечно, это более чем достаточно. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили... Так, а зачем? За что я ее отдал? Поговорим о чем-нибудь другом. Ну ладно, потом. Давай лучше сменим тему. Я не имею отношения к этому делу. Уж лучше я посмотрю со стороны. Можно не понимать этого. Так, а что надо? Идол так был сильно напуган, когда рассказал ему о своих планах. Найти ему замену. Дал себе болотик, я должен его продать и половину выручки принести ему. Эх. Принятие в новый лагерь. Принятие в старый лагерь. Принятие в новый лагерь. Так. Ларс был очень доволен тем, что я принес ему выручку за болотник идола Исидро. Так, а я курил? Ну-ка, подождите, давайте покурим. Уж лучше я посмотрю со стороны. Так. Об этом слишком много болтов. Я думал, это уже давно решено. Глупость неизлечима. Я давно это знал. Возможно... Че, я не курил еще тут? Нельзя верить всему, что слышишь.
Я не имею отношения к этому делу. Сколько можно повторять одно и то же? Короче. Все время продавать что-то надо. Такое со мной больше не загрузка. Случится. Загрузка. Так вот. Здесь никому нельзя доверять. Каждый может обмануть. Так ты говоришь. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Мне бы не помешало. Мне бы не сказать. Пара вещей. Ясно, что этим дело не кончится. Не думаю, что да это я тебе и продал. Что-нибудь изменить. Нельзя верить всему. Некоторые вещи-то. Подожди, а там кто спит? Знаешь, а в этом что-то есть. Держать язык за нельзя зубами. Верить всему. Что... Эй, ты! Тебе повезло. Лежит и спит посредь белого дня. Ты хочешь сказать? Надо выждать время. Раньше, спешка не доведет до добра. Веч. Сколько можно повторять? Ты можешь научить меня? Ты выучил все, что нужно. Так, ага, я что-то во сколько можно повторять одно и то же? Неизлечимо, я давно это знаю. Чего я у тебя выучил? Возможно... Об этом слишком будьте, много болтаю. Подождите, будьте. Что тебе от меня нужно? Чего уставился? Просто подумал, может быть, ты захочешь болотника? Раньше было все гораздо лучше. О, давай его сюда. Гуляй пока, малыш. Это же не мое дело. Больше не хочу. Я думаю, ты меня не так понял. Чего? Жалкое зрелище. Да его же малейший ветерок свалить сможет. Так, ладно. Возможно, об этом слишком много болтают. Возможно... Мне казалось, что эта проблема должна вмешиваться. Давай лучше сменим тему. Чего? Просто давно уже не думаю, что мне казалось, что эта проблема давно уже решена. Надо выждать время. Мне казалось, что это проблема. Жалкое зрелище. Да его же малейший ветерок свалить сможет. Вообще-то я. Блин, кого ты? Первый ударил. Об этом слишком много болтаю. Не думаю, что здесь. Конечно, его злость тут не поможет. Лучше я посмотрю со стороны. Людям лучше этого не знать. То пьет, то курит, блин. Ты хочешь сказать? Как не волк, хотел ну, бы погоди. Я, чего устал? Просто... Я... Че? Здесь никому нельзя доверять. Слишком много предательств. Хватит с него! А почему так-то? Раньше все было намного лучше, не то, что сейчас. Хрен с тобой. Давай лучше сменим тему. Так ты говоришь... Не хотел бы попасть в подобную. Ты хочешь сказать... Все время одно. Так, у тебя что? Что-то я выучил, да, видимо? Я сколько можно повторять? Акробатика, по-моему, тебя учил. Не хотел бы я попасть в подобную. Вор, почему нельзя держать язык за зубами? Что у тебя есть? Так, ты так, обмен. Что у тебя? Покажи, что у тебя есть. Интересно, поговорим о чем-нибудь другом. Отмычки. Шершни, шершни, они. Во! Нужно думать, виноградные грозди. А взамен тебе знаешь, что отдам? Больше не хочу слушать эту болтовню. Я тебе отдам. Мне казалось, что это здесь никак. Ага, кузнечного хрена тебе отдам. Слишком много предателей. Что-то не то в этой истории. Не мое дело. В этом деле главное... Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Нет, лук не могу. Между нами другим не нужно рассказывать. Не хотел бы я попасть в подобную переделку. Какую бы хрень, которую мне... А, у меня же всякая хрень до хрена. Точно, вот болотника надо. Как можно не понимать, но это уже давно решено. Не обязательно знать об этом. Ты хочешь сказать? Надо выждать нельзя время. Верить, спешка не доведет до добра. Возможно... Ну-ка. Уж лучше я посмотрю со стороны. Дай-ка я болотника тебе впарю. Все время одно и то же. Раньше все было гораздо лучше. Глупость неизлечима, я давно это знал. Не хотел... Я не имею отношения что-то к этому что-то не то в этой истории. Так. Со мной такого не случится. Ага. Это сколько это? 16, 10? Глупость неизлечима. 8. Я давно это знал. Нельзя верить всему, вот так слышишь. Вот. Сойдет. Так ты говоришь...
Со мной так, ты можешь научить меня чему-нибудь? Так ты говоришь... Так, вот, мне нужен... Мне доспех... нужен доспех получше. Сейчас я не могу продать. Понятно, но это... Ты можешь научить... Развивай ловкость. Это поможет... Ловкость, лук. Знаешь, об этом что-то есть. Ладно. Уже тогда было ясно, что это дело не кончится. Давай лучше сменим тему. Все, идем, мы этому отдадим сейчас. Интересно, в этом что-то есть. Так, к горну надо идти. Такое кому? Со мной больше не случится. Все время одно и то же. Почему ты участвовал в налете, который устроила шайка воров? Больше не хочу. А кто сказал, что я в нем участвовал? Почему же у тебя так много товара? Но разве можно было забрать все это за один раз? Так ты постоянно участвуешь в налетах? А если и так, я все равно ничего не буду тебе рассказывать. Ли не держит болтливых людей. Понятно. Так ты говоришь... О, обмен. А у тебя еще много? Много. Так. Ну... Рецепт зелья исцеления. Больше не хочу слушать эту болтовню. Здесь никому нельзя доверять. Все потом. Слишком много предателей. Рецепт зелья исцеления, по-моему, у меня у самого есть. Отношение к этому не самое лучшее решение. Так. Давай, давай. Господи, если я сейчас приду, потом еще можно будет... Взять, кстати, воров обворовывать, а как, блин, вот у шахты, да, можно еще обворовать в легкую. А вот здесь как обворовывать, они же, блин, спят, не спят, у костров сидят вроде как ночью. Давай, 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 шевели колготками. Да. Магом сходить. Мне надо алхимию еще выучить, чтобы какие-нибудь рецепты делать или как. Немножко вот они как-то модов накидали на нее, на игру, и она стала какой-то, ну, такой, даже не пойми какой. Так, а интересно, ворам я надо каким-нибудь люлей надавать, ворам попробовать, вот может их смогу забить. И главное, что основных персонажей я не смогу же забить, здесь все равно игра не пропустит. Больше этого не случится. Об этом слишком много болтают. Так. Если ты думаешь... Да, двигай давай. Заместо того, чтобы вот так вот все оббегать, я сейчас поверху оббегу. А это, блин, долгая дорога выходит. Какую-нибудь канатную сделали дорогу. Так зацепился, как этот Том Райдер. На веревке туда. Вот он стоит. Так, сохраняемся. Потому что я сомневаюсь, что он мне отдаст оружие. Вот, я принес тебе все, что ты просил. Показывай, что там у тебя за оружие. А ты сначала покажи мне все, что принес. Я принес все, что ты просил. Да, отлично. Теперь твоя очередь. Давай то, что обещал. Да забудь об этом. Что? Ты действительно думал, что я тебе что-то дам? Ты так легко поверил во всю эту чушь. Грех было тебя не обмануть. Удивительно еще, что ты до сих пор жив. Если ты и дальше будешь всем доверять, ты долго не протянешь. Но это уже не важно. Теперь у нас есть так много еды, можно целый праздник устроить. Спасибо. Может быть, мы еще встретимся. Я тебе встречусь. Подождите, сохрани. Насколько я тебя смогу поранить сейчас? Ты посмел напасть на меня, блин, червяк? Не могу. Ну, подожди. Пока не могу. На. Есть идея. Так. Ни хрена себе, ну-ка, не. Упал и почти что помер. С такой-то высоты. Ну вы издеваетесь, что ли, ребят?
Я просто хочу провернуть один трюк. Да что твою мать-то? Ты как так перелез через этот заборчик-то? Давай еще раз пробуем. Так, натяните там эти, кто они? Подушки безопасности или как они называются там? Которые у спасателей-то надувные. Или коробки поставьте, как каскадеры Джеки Чана. Под лесенку-то. Так, ну по крайней мере я все сделал, как я думаю, для того, чтобы попасть в новый лагерь. Даже сверх того. Этот список же меня не просили пока красить. Ну, так получилось, что я заранее его сделал. Поэтому есть шанс, что я сделал все. Так. И вот сейчас мы попробуем. Блин, самое сложное это с ними драться, махаться. Потому что ты еще слаб, а они-то прокачаны. Где ты там? На. А! Смотрите, они тоже луки достали там снизу. Отдай мне все, что... Так, у тебя все вроде, нет? Еще меч какой-нибудь? Посмотрим, что отреагирует, как отреагирует тот лучник, который на меня целился. Если он также будет реагировать на меня, то я думаю, это будет не очень хорошо. Все. Ну вот и все, вот и порешали. Обманщик поплатился за свое. Хороший лук. Ладно, с оружием потом будем смотреть, присматривать. Где это получше, где похуже. Потому что арбалет у них на 90, я думаю, это, ну, по-моему, на 90 у них арбалет. Убойная мощь. Так, это мы где? Сохранить. Вперед. Давай, время покажет, время расскажет, что же нас ждет впереди. Кстати, а я могу в такой робе, конечно, и в шахту к ним зайти. Только зачем оно мне вот сейчас? За ползунами, так мне еще рано за ползунами гасить их, потому что, ну, мне и слюну надо брать, и я хочу панцири собрать. Потому что мне доспехи такие классные сделают. За деньги, наверное, но, тем не менее, сделают. Это мне волк. Волк или кто? Горн. Волк, наверное, сделал. Доспехи из ползунов. Он же и научит. Глупость неизлечима. Я давно это знал. Больше этого не случится. Давай, 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 давай. Опаньки. Да, потушеньки. Главное, чтобы никто не знал, что я тут убийца такой, прямо. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Такое со мной может не случиться. Только между нами. Так ты говоришь... Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Сохранить. Я надеюсь, вы не знаете, что я как убью одного из ваших там... Больше не хоть. Так ты говоришь... Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Так, так. У меня есть болото. У меня есть... Нет, парень. И знаешь что? Прекращай снабжать этой гадостью моих ребят. Да без проблем. Ты думаешь, это курево так безобидно? Как бы не так.
У некоторых из-за болотника беда с головой случается. Ты знаешь Шторлофа? Да. Крепкий парень, старый морской волк. Но с некоторых пор он не может нормально спать. Говорит, что ему мерещатся какие-то люди в черных рясах. Мне плевать на парней Ларса. Пусть хоть передерутся, обкурившись, или с плотины прыгают. Но к моим парням с этой дурью не приставай. Понял? Да ладно, не волнуйся. Сколько, не помню, какая-то. Давай поговорим о чем-нибудь другом. Ночь ворона или чего там. Так, украсть ключ. Не думаю, что здесь могу. Что-нибудь. Пока меня не впутали. Так. У меня есть болотник. Нет, ты думаешь... Не думаю, что здесь что-нибудь изменится. Как и... Пока магам удается поддерживать... Глупость неизлечима. Ключ-то я украл. Знал. Так, ладно. Туда вы меня не берете, правильно? Сто! Раньше все было намного лучше. Блин, надо к этому идти. Другим не обязательно знать. И почему нельзя держать язык за зубами? Узнать. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. Ворон, кстати, оттуда сразу. Гопа, наемник там. Где ты? Что-то не то в этой истории. Чуть круголя не дал большого. Опаньки. Да, опаньки. Так ты говоришь... Скажи, лучше я посмотрю со стороны. Уже тогда было ясно, что этим дело не кончится. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. И почему не держать язык за зубами? Ларс, неизлечимо. Я хорош бухать. Знал. Этого достаточно, чтобы меня приняли в шайку? Думаю, да. Я даже приготовил тебе подарок. Доспех, если быть точным. Подарок, конечно, небольшой, но заслуженный. Давай, все. По лицу, все к лицу. В этом что-то есть. Ну, давай. Кто здесь может меня чему-нибудь научить? Я могу научить тебя, как стать более сильным и ловким. Надо выждать время. Так. И что же мне теперь делать? Теперь ты один из нас. При этом мы не посягаем на твою свободу. Делай все, что захочешь. Если ты действительно хочешь быть нам полезен, иди к Мордрагу и помоги ему справиться с делом сектантов. Сектантов? Глупость неизлечима. Надо выждать время. Мордраг. Спешка не доведет до добра. Мордраг, это кто? Иди к Мордрагу. Ты хочешь сказать, кстати, время одно и то так же. Так ты говоришь. Опа. Я причастен к этому делу. Уж раньше все было намного лучше. Не то, я не причастен к этому делу. Нельзя верить всему. Я не буду вмешиваться. Так, теперь идем к Ли. Может быть, как можно не понимать? Уже тогда было ясно, что... Эй, теперь ты один из нас. Да. Покажи, что. Не хотел бы что я у тебя есть? Нет, не это надо. Не думаю, что здесь что-нибудь. Мне ну. Теперь ты один из нас и можешь купить у меня все, что захочешь. Прям все. Ну ни хрена, потом. Можно думать. Чуть попозже. Чуть попозже, Волк. Уже тогда было ясно, что этим делом. Хороший ты человек. Не нужно рассказывать. Так, стой. Это не слишком интересно. Поговорим о чем-нибудь. Блэйд. Это не слишком интересно. А как? У нас здесь всегда есть какие-нибудь проблемы. Так, защищают лагерь. Кто здесь главный? Так, болотника не хочешь? Не думаю, что здесь хоть что-нибудь изменится. Болотник? Конечно. Если у тебя будет раньше еще... Все было намного лучше. Это не то, слишком сейчас. Интересно. Поговорим так о чем-нибудь другом. Не думаю, раньше что интересно. Мне нужен лучше, не то, что сейчас. Здесь никому нельзя доверять. Глупость вокруг не слишком не много. Давай, понимать. Возьми меня. Почему нельзя держать к себе? Я хочу стать наемником и защищать магов. Возможно. Ты примешь меня? Но ты еще не готов стать одним из нас. Наберись сначала опыта, а потом посмотрим. Если уже ты думаешь. Ну, если ты думаешь. И почему нельзя держать язык за зубами? Так ты говоришь... Держись. Стой! Назови пароль, иначе... Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Какой пароль?
Уже тогда было ясно, что этим не дело... Не самое лучшее решение. Самое лучшее решение. Но ты еще не... Вокруг слишком много предателей. Здесь никому нельзя пока доверять. А какой пароль-то? Раньше все было намного лучше, не как то, что сейчас. Как я его узнаю? Когда, здесь, блин, за другие лагеря проходишь, так... Хоть это... Не самое лучшее решение. Хоть как-то тебе это компенсируют, а тут-то как-то кто тебе будет... Чужие проблемы, не мое дело. Так. Я хочу стать одним из вас. Ли не возьмет к себе неизвестно кого. Сначала ты должен показать, на что ты способен. А до этого тебе придется иметь дело с Ларсом и его ша... Если хочешь, послушайся моего совета. Укради что-нибудь ценное из старого лагеря или из старой шахты. Если воры из шайки Ларса поймут, что ты тоже против Гомеза... А как... Сначала постарайся войти к ним... Это мы знаем, это мы делали. Я думаю, может, какое-то задание от вас... Не самое лучшее решение. Подожди, ты чьи-то точишь, а где вы куете? Только между нами. Где куете? Здесь никому нельзя доверять. Вокруг слишком много предателей. Так ты говоришь... Ну давай, давай. Тебе давай. Что-нибудь нужно? Я не имею отношения к этому. Если ты еще уйди. Нельзя верить всему, что слышишь. Не думаю, что здесь хоть что-нибудь. Так, и кто у нас тут остается еще? Может быть, это правда. Так, у волка были. Я не причастен. Тут два вора. Там Болдуин, его мы знаем. Больше не хочу слушать эту болтовню. Бастер. Я не буду вмешиваться. А нам кто надо? Призрак Декстер с рыночной площади заказал мне доставить рецепт. Так, это мы знаем. Нет, не... Сундук Арона, так. Я купил. Так, продавец болотника. Великий план Ибрасова должен помочь разузнать, что там происходит. Мордрагу. Со мной такого не случится. Глупость неизлечима. Где? Я давно это знал. Возможно. Мордрак. Нужно... Привет, друг. Прежде чем что-нибудь так. говорить. Знаешь, ты выучил все, что нужно. Язык за зубами. Ага. Мне казалось, что это я проблема. Я причастен к этому Мордрак. Делу. Так ты говоришь, ладно, больше идем. Не хочу слушать эту болтовню. Шарайк. Я не буду вмешиваться. А не тебя ли отхреначил? Наверное, ты прав. Хитрое. Привет! Ты уже показал, на что способен. Ты победил меня. Сохрани это в тайне. Не хотел бы я, чтобы со мной поступили так же. В этом деле главное выждать время. А потом видно будет. Все время одно и то же. Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Покажи. Как пожелаешь. Ты хочешь сказать... Ну и все. Наверное, ты прав. Давайте. Шрайк-то. Я думал, это уже давно решил. Кому люлей еще навешать-то? Чем люлей навешать, самого ни хрена нету, блин. Так. Я продал весь полотник. А где мои 200? Вот они. Хорошо. А этот идол Каган пусть делает, что приятно иметь. Так. Вот. Короче, у тебя только 200 руды. Вот он. Ну давай. Скейф, рудокоп. Привет! Ларс сказал, чтобы я помог тебе с сектантами. Вот видишь, я знал, что мне не придется идти туда самому. Так я должен буду делать все сам? Думаю, у тебя все получится. Слушай внимательно. Тебе нужно узнать, кого они там хотят пробудить. Я знаю, что эти сектанты хотят провести какую-то церемонию. Лично я не верю ни в какого спящего, но одно я знаю точно. Гуру очень хорошие маги. И было бы лучше, если бы мы знали, что у них происходит. Тебе все понятно? Да. Я посмотрю, что тут можно сделать. Как только ты узнаешь что-нибудь ценное, возвращайся к нам. А сейчас мне надо... Так.
Так, вот теперь, блин. Давай, ты должен отойти от него. Привет! Так. И как? Я не успеваю, но... Ну, это мы слышали. Бесполезно, да? Так, подожди, сейчас вот... Так, великий план. Ты мне, пьянчушка, что-то хочешь рассказать? Привет! Ты раб... Верно! А... Как ты узнал? Тут не тебе, блин, когда-нибудь. А ты чё? Кто такой? Сайфер. Что ты мне можешь предложить? Привет. Как дела? Как дела? Как всегда. Мешаем... Это ты, блин, который мешаешь. Что ты можешь мне предложить? Может, лучше спросить так? Так возвращайся. Хорошо. Что я могу тебе предложить? Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Блин. Ну пойдем. К сектантам. Что у нас по времени? Надо что-то ценное украсть. А что я могу ценного у них украсть? Да, если я зайду туда. Блин, всех переубивать там. Интересно. А в этом что-то есть. Так, вот, подождите, хотя я сейчас-то в этом костюме, может, меня не убьют те самогонщики, которые варят. Знаешь, шанс-то есть. Правильно? Глупость неизлечима. Так. Я давно это знал. Мухи. Идите сюда, мухи. А может, у меня и не жалили? Не могли прокусить? Так. Стой. Я так и знал, что я не всех мух обобрал. Так, что у меня еще есть? Ящериц. Всех перебил. Мух перебил. Так, где вы? Вот они вы. Ну давай посмотрим, что вы мне предложите, сяськи-масяськи. С одной стороны, вот у тебя даже имя есть. Что тебе здесь нужно? Да, убирайся. Блин. Ладно. К вам я потом приду. Пока не знаю, за каким хреном, конечно. У каждого есть имя. Ладно. Итак, я стал из нового лагеря. У меня есть еще две жертвы на примете. На... Где? Я же вас всех перебил. Ну-ка. Ой. Кстати, на тебе еще не тренировался. Как я там? Удар поставлю. Вот так. На. Выкуси. Гриб. Минутку. Подождите. Так, а я ключ у кого украл? А, это в доме Ли. В доме Ли.
можно будет красть. Стой! С хрена ли вы меня стрелять-то начали? Так. Мне кажется, это все из-за доспехов. Правильно? А, разбойник, подожди. Какой? Подожди-ка. Все-таки это не в этом дело. Что-то у него глюкнул. Так. Поздно раскаиваться. Сейчас я тебя убью. А? Так. Он убежал. Ладно. По крайней мере, мы его победили. Что-то у него забрали. И то хлеб. Тихо. Блин. Давай. Ох. Ни хрена не так. Подожди, сейчас я подбегу к тебе. Как неудобно. Ох! Так. На. Вот так. Влево, влево, вправо. Минутку. И это еще не все. Где ты? Я же знаю, что ты где-то здесь. Так и будешь бегать? Ну и бог с тобой. Мы еще одну штуку проверим. Да? Гоблины. Идите сюда. Тот без оружия тоже уже мне не страшен. Вот мы еще бы заработали. Слазим. Так. На этом все. Больше гоблинов нету. О, как это нету? Там еще вон тот гоблин какой-то есть. Ни хрена.
Я вам дам сейчас. На. Да, тварь ты такая, блин, еще и думал долго. Ладно. Ладно, мы сейчас с тобой разберемся. Давай сюда, мелкий, вонючий. Кто ты там? Гоблин. Сейчас мы с тобой разберемся по-быстрому. На. 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 Ну, блин. Первый есть. Так. Дубину с гвоздями надо будет продать ее. Нет. Не за ящурами я охочусь. Давайте, давайте, давайте. Все эти рептилоиды. Так. Сохранил. Идиот, ты как не можешь по нему попасть, что ли? Я тогда каким хреном тебе оружие то качал? Раз, попади вот так хотя бы. Складывай все. Ой, ну и дядя уже ты тоже. Так, дубинка вот здесь вот должна быть. С гвоздями. Продадим. Что тут? Кочерга. Зелье. Черпак. О. Травка. И... Ой. Да блин. Подожди, я что, не сохранился, что ли? Я еще и не сохранился. На. Давай. Короткий меч. Дубина с гвоздями. Собираем, собираем, собираем. Так, там шнык. Шнык, 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 шнык. Во сколько я тебя уложу? Дошел до меня, да? Ладно. Тогда давай так, две стрелы, остальное я тебя так загашу.
да. Блин. Вон еще мухи. Тут еще шныги есть. Берег-то вроде я очистил. Подождите, вот сейчас это в водопаде надо посмотреть, есть там что-нибудь или нет. Потому что нам, походу, дело под него еще надо будет залазить. Отвели. Вот. Шныга. Раз. Блин. Целым туда прийти, что ли? Это смысл. Он меня все равно там съест, загасит. Съест. Они же не дали, я правильно? Так. Воду выманить. Кто-то недобито где-то там проявился. Надо как-то заплыть, доплыть туда. Поплыли, поплыли. Что там на носу? Вот это ли. Немножко выздоровели. Третий раз-то не ударил-то. Так хорошо начал и так хреново закончил. Блин, мне надо как можно больше собрать вас нахрен. Потому что снова главное вы опять появляетесь и нужно опять качаться. Иначе как я раскачаюсь-то? Нет. Все, ладно. Потом к вам зайду как-нибудь. Так, я все, где? Пойдемте. В более безопасное место. Нам сюда. Потом туда. Тут никого нету. А, тут я всех перебил. Давайте по реке быстрее будет. Нам течение еще будет помогать. Блин. О, я знаю, куда надо сходить. Только я не знаю, что там есть, конечно. Но я знаю, что туда можно сходить. Пока день. Ночью, потому что мне все равно надо будет поспать. Как-нибудь до утра и выбежать с рассветом. Интересно. Так, вы мне тоже вроде как не нужны. Есть. Раньше все было гораздо лучше. Ну нет, все вот сюда. Мы вон туда наверх полезем. Так. Только что там есть, я точно не помню, даже не знаю. Не могу вам сказать, что там есть. Поэтому уж извиняйте. Там, вы знаю, гоблин один есть. Один кротокрыс должен быть. Но туда в самом начале не стоит идти, в самом начале игры. Пока ты мал и слаб. Потому что они тебе забубенят только так тебе. Что один, что другой. У нас как раз и время подходит, чтобы мы смогли туда залезть. Разобраться с ними. И успеть до вечерней зорки поспать. Да стой ты, дебилушка, ты что достал? Вот так. Блин, так ты какой олень. Так, давай сюда.
Нифига себе. Че, уворачиваться научился? Вот он. Хотя... Вот и все. Так, а во второй части их еще обыскивать можно тут. И на. Все. Побили. Забрали. Смотрим, что вы тут такое охраняли. Вроде тут не было никогда ничего такого хорошего. Ну правда, тут вот во второй части тут вот появляется, как он правильно называется то шахта. Вот. И в ней камень какой-то. Правда, это тоже своего рода мод какой-то, там типа ночь ворона, только какой вот тот он. Точно не могу сказать. Так, ну нам здесь все, больше делать нечего. Вид прекрасный. Нам туда. И кстати. Тут можно тоже спуститься, как-то я не помню, в воду прыгать надо, только до воды долететь. Давайте попробуем еще разок. Вон, видите? Так, пробуем спуститься. Ага. Так, загрузить. Теперь пробуем прыжок. Опа! Перебор. Блин. Хоп. Да вообще не туда. Подожди. Он не прыгнул просто у меня так, как следует. Опаньки. Нет. Опять же, нет. Да почему так-то? Что, он сейчас уже так не делает, что ли? Смотрим на башню. Прыжок. Смотрим, докуда долетим. О! Воду. Говорю же, можно. Столько пчел. Ну-ка, пойдемте к пчелам. Пчелам. Так, перебили всех. Почему вы ниже не можете сделать были? Я не знаю, конечно. Так. Чего-то мы перебили. Но там еще были ящеры, насколько я помню. Вон они, шныги. На. Спокойно. Вот так. С такими жизнями, да, конечно, сохраняться.
Еще шнык. На. На. Доставай топор. Вот так. Может, еще уровень подниму. На вас. Так. Что-то украсть в шахте. Надо сначала ключ украсть, чтобы было. Вау, неплохо. Что, чем дальше, тем лучше, что ли? Так, по лесу ходите осторожней. Волки все-таки есть, динозавры тоже вон там есть. Вон они. Кстати, динозавров там мы как теперь бьем? Они тут, падлы, кстати, самые умные. Поэтому самые опасные. Давай. Куда-нибудь отойди, пройди там. На. На. Еще. Вот он поднялся, видели? Говорю, они самые опасные, самые умные, блин, животные такие. Ладно. Кто там? Что-то не понял, почему. Так, первый есть. Второй есть. Блин, мне эти цветочки тоже кому-то куда-то надо пригодятся, поди. Волки. Ой. А чего вас так много-то? Давай. Пойдешь ты на меня? Давай, давай. Один на один, только ты и я. Человек и волк. Ну давай. Ну ни хрена себе, сказал я себе. Не-не-не-не-не, так я не пойду. Идите-ка вы, волчары. Стаи, да, нападайте на меня. На безвинного. Так, ну тут близ, ближайший лесок. Там что, мракури сидит. И вот его даже не вздумайте пытаться. По крайней мере, на сейчас. Даже я сейчас еще не рискну. Вау, вот это вот на. Это вот наша. На. На. Подождите. Так, ящеры. Ой-ой-ой. Два. А, блин. Сейчас попробуем расстрелять вас. Эх. Вышел парень на пушку, сам не знал куда. Блин. Ну и как?
Вот так. Хотя бы тоже так же, да, сделайте. На. На. Так. Сохраняем. Есть шанс. Так. Так. Иди сюда. Ну, смотрите, как перебил. Да, сам от тебя такого не ожидал. Да, все, всех перебил. Вот такой я молодец. Блин, там еще ящер. Так, как ко мне отнесется Диего-то, когда к нему приду такой? На. Блин, уплыла пушка. Или нет? Уплыл. Ну и хрен с тобой. Не очень-то твои когти и хотелось. Ну то есть хотелось-то их очень, конечно, но... Ну потому что ничего не поделаешь. Ягодку, ягодку, подождите. Вот такой, да, я лесник. Сбор ягод, гриб. Подождите, минутку. Топор. Мой топор весь в крови. Блин, только распелся нахрен, и ты меня, курица вонючая. Так, а ты же вроде падальщик, да, если не ошибаюсь? Так. Давай. Только между нами. Другим не нужно рассказывать. Вот вы тоже, блин, пчелы. Собираем пчел. Так. Идите сюда, по одной. Нет, подожди. Одну я из ваших товарок уже прикончил. Давай, блин. Давай, лети. Вот так. Больше ждать тебя пришлось. Я не понял, подожди. Что-то не добрал с кого-то. Нет, вроде все собрано. Ой. Ну ладно. Пойдем. Блин, лук-то у меня надо, может, получше где-то лук есть. Но опять же его покупать надо где-то. Наверное, ты прав. А где? Нужно думать, прежде чем что-нибудь говорить. Так. Только между нами. Уж лучше я посмотрю со стороны. Нельзя верить всему, что говорят.
К лагерю я присоединился, я так думаю, они уже в курсе, что я присоединен к другому лагерю. Я думал, это уже давно возможно. Так. И хочу кое-что проверить. Пошел нахрен. Я хоть бы в жертву принесли, что ли там. Так. Ты выучил все, что на. Я ты выучил. Где найти кого-то там? Так, а где ты? Вы все втроем. Отсыпайся! Ну-ка. Драка! Осторожно! Прикончи его. Так его! Ну что ж, я пошел спать. Осторожно! На этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Никакой пощады. Пока.